Я говорю, семки есть? У меня уже от жары мозги расплавились. Привет, это Вики, и я тут шатаюсь по Мальдивам. Сегодня Мадей снова собрался по делам к родственникам, только теперь на соседний остров, который мы видели с берега. Мадавели или как-то так. В лодку еще какие-то тетеньки набились. Ну а что упускать возможность на спидботе сгонять туда и назад? О, а кто это тут у нас? Еще бы, я пропустила какой-то трип. Новый остров в моем списке. Называется... What's the name? Шифу. No, this is it. Madiveli. Madiveli. Wow. Madiveli. Madiveli. Остров Madiveli. Он тут соседний с Хондеду. It's Хондед. Хондеду. Yeah. Хондеду. Хондеду. Короче, рядом с Хондеду. И мы сюда приплыли за 5 минут, чтобы встретиться сыном одного моего товарища. Здесь у него бывшая девушка живет и маленький сын. У них там какие-то разборки. Я смотрю, что там что-то не сильно рады тому, что приехал мой товарищ. Они там зависли. И вот мы сейчас тут посидим. И, господи, что я такое вообще несу? У меня уже от жары мозги расплавились. Я, наверное, пойду погуляю, посмотрю, чем тут на острове дышат. У меня уже тут новые знакомые появились, как обычно. Сидим, изучаем мальдивский язык. Они прикалываются с моего произношения. Конечно, у них тут свой акцент. Я же из Мали приехала. Там по-другому разговаривают. Let's go for a walk. Хиндаля. Да. Название острова состоит из двух частей – Мада и Вели, что означает «мягкий» и «песок». Хотя я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к названию острова, но все же. Full of sea. Вели. Вели. А вот и мой дружок. Let's go. To where? Walk around and go. Yes, let's go walk around. Lari means money. Yeah, rupee. Rupee. Он пошел, наверное, алимент платить своей бывшей. Говорит, денег надо отсыпать. Молодец, ответственный человек. Но это невозможно. Как вообще вот здесь такие красивые цвета на заборах? Я обожаю. Варарики. Смотри, стараются же, стены раскрашивают. А вот его бывшая, по-моему, если я не ошибаюсь. А, нет, ошибаюсь. Fisherman's style. Flaming. Варамаджа. Варамаджа. Hello. Ники, Вики, Вики. Это дигамару коро. Вале. What? I know. Yes, no, thank you. Ух ты, какие смешные бананы. Very young one. It's around 2 months. So you even know. Spain language. No, now I speak Russian language. I speak many languages. Spanish, English, Catalan, Russian, Ukrainian, Indonesian, Maldivian. You don't know Maldivian. I know. Kura koenge. Kura koenge. That's enough. Местный стрит арт. Адиат. Адиай. Адиа. Адиай. Yes. Good.
Вау, Микс. Ой, Мальдивская демократическая партия разрисовала стены. Просто красавец. Просто красавец. What is meaning? It meaning I like guys. Просто красавец. Какое прекрасное здание, закругленное, розовенькое. А посередине елка. Spain, good Spain. It's bloody hot. It is. Безумно жарко у нас сегодня. А девушки вон еще и разодетые ходят. Hello. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Gisela. Gisela. You? I'm from Spain. No, it's a kettle thing, Anna. Again. Mada Valley. It's soft. Mada Valley. Mada Valley. Where are you from? Mada Valley. I'm from Mada Valley. Mada Valley. Остров Mada Valley. И снова мы здесь в порту. В порту. Mada Valley. Yes. Mada Valley. Mada. How little. Look, yeah. Rain is coming. No. Yeah. It's rain coming. Ask this boy. What? Nikon Russia. Nikon Russia. Nikon Russia. Yeah. Ask. Nikon Russia. Again. Hello. Ask. Hello. Nikon Russia. I think they don't understand the way here. No. This one is Moya. No, I'm from Spain. I don't know you. Здесь тоже строят порт. Вон сколько песка насыпали. Говорят, построят 15 мая 2014-го начали. Полгода осталось. Похоже, они только песок привезли. Вот такие острова мне нравятся. Там, где не гоняют на машинах. Мотоцикла очень мало, в основном все на велосипедах. Класс. Я сюда хочу. Здесь нравится расположение и вообще все. И я хочу спать. Новая банда идет. Все, мы приехали с Мада Вели. Короче, мы приехали с Мада Вели, и они там остались сидеть в своих мальдивских качельках. А я, похоже, опоздала уже на обед. Вот он, мой дом сегодняшний. Что-то устала я кататься и рассказывать, и видео снимать тоже устала. Хочу холодного пива. Прямо сейчас очень хочется посмотреть какое-нибудь видео,
или в фотошопе поработать. Так, ну что, меня как-нибудь перекинут или мне самой? Думаю, что самой. Electricity? Yeah. Now we have. Huh? Now we have. Oh, that's a good news. Все, пойду отдыхать, хватит. Я не знаю, как мне так везет, что я попадаю в удивительные места и в шикарнейшие ситуации. Смотрите, какой мне обед приготовили. Ну, это просто вообще. Ой. Идут ребята, надо спрятать пиво. Не хочу их дразнить, им же нельзя. Класс, живу на лодке, меня кормят. Пиво есть холодное в ассортименте. Я не то чтобы там каждый день пиво хочу пить, нет. Но просто бывают моменты, как сегодня. Я набегалась по этому острову, снимала видео. И это жара, и вся мокрая, с меня течет. Я пришла, мне реально очень хотелось просто холодного пива. Такое случается редко, но случается. Вообще шикардос. Рыбный карри, рис, эти осьминожки. Нет, это кальмары. Кальмары в остром соусе томатном. Вообще, что еще желать, я не знаю. Вон компьютер, сейчас буду делать офигенный ролик. Жизнь прекрасна. Помните, что я говорила, когда осталась одна на борту? Нужно принимать все, что тебе посылается. И даже когда все идет не по плану, не спеши расстраиваться. Скорее всего, у Вселенной для тебя есть более интересный план. Ну что, как всегда, если вам понравилась серия, ставьте палец вверх. А если вы еще не подписаны, то советую вам это сделать.